Привет-привет, мои хорошие! Сегодня у нас очередное воскресенье, и нет у нас массажа. Мы выехали с мужем и с детьми. Едем в сторону Фочи, и по дороге решили заехать, посмотреть, как обстоят дела у наших продающихся квартир. Там муж возится. В доме осталось у нас... Три квартиры, по-моему, если не ошибаюсь. Да, три квартиры осталось. Вот. Находятся наши квартиры в Менемене. Менемен – это не центр Измира. Вот. Если у меня будет время, я зайду, поснимаю. Но у меня на канале есть, по-моему, съемка этих квартир, если не ошибаюсь. Продаются здесь квартиры очень медленно, потому что, ну, не центр. И вообще в Турции считается кризис, кризис, кризис. Да. Да. Сейчас буду кормить кого-нибудь из детей, кто проснулся первый. Едем мы в Фочи, вот такие вот окрестности. Снимаю через стекло, через окно, поэтому... Да еще и одной рукой. Но все равно красота такая. Горы, травка, цветочки. Я бы не отказалась бы жить в таком месте. Ой, да. Асланчик пытается, как всегда, вырвать у меня телефон. Такая вот красота у нас в дороге. Да, маменька? Да, солнышко? Вот так вот не дает сынуля снимать. Меня, говорит, снимай. Икает. Меня часто сынуля икает. Я сегодня уже вся растрепана, все мои волосы, все, что можно было выдернуть, все повыдергивал. Пальцы мне все перекусал. Зубик не дает о себе знать, он постоянно хочет кусаться. Принцесса спит, я их накормила в дороге. Смотрите, какая красота. Остановились по дороге. Как здесь пахнет травкой. Ну, я еще и иду по травке. Да, осторожно. Я в колготках и в юбке. Прелесть просто. Почему я, знаете, сразу привыкла к Турции после Дагестана? Потому что Турция похожа на Дагестан. Вот, в принципе, я имею в виду горы, море, зелень. Вот это все похоже. Наверное, поэтому как-то я себя здесь спокойно ощущаю. Это Фоча. Господи, какая прелесть. Мои мужчины ждут. Моя девочка спит. Мой мужчина маленький тоже будет сейчас спать, не? Историческое тут место. Ну, я не знаю. Очень древнее место. Если найду какую-то информацию, выложу. Что var bak, en arkadaki adanın ucu var bak, beyaz beyaz. Orada fok balıklarının yuvaları var, yavrulamaya geliyor. Fok balıkları biliyor musun? Ha. Böyle toprağa da çıkıyor. Karaya da çıkıyor böyle balık, büyük balık. Balık? Yunus balığı gibi. Bilmiyorum. Delfin gibi yani. Ha, про тюлени, что ли, он рассказывает? Тюлени, наверное. Фок-палк, не знаю. Или тюлени, или моржи.
еле как нашли место для парковки, так как выходные. Выходные в любом месте, да и в обычные дни. Найти место для парковки просто нереально. Ну, короче, нашли мы с трудом. Лапута. Сынуля спит, доча проснулась. Сейчас будет нам звездец. Идем. Я пока закрою камеру, потому что здесь машины. На парковке снимать-то нечего. Ну, море, конечно, бесподобное. Красота. А как здесь пахнет? Выходим с парковки. Не знаем, в какую сторону пойти. Но хочется и там, и везде походить. Ой, там тоже красиво. Biz dört sene önce buraya geldik. Nereye geldik? O tarafa galiba, değil mi? Her iki tarafa da geldik. Her yere geldik. Hatırlamıyorum. Her yeri hatırlamıyorum. Dört sene önce geldik. Bir restoranda yemek yedik. Burada, mutlaka burada yemiştik bir restoranda. Ve burada çitri gudu. Burada yedik. Çitri gudu nasıl? Burada tekneye bindik. Bu taraftan büyük denizlerinde tekneye bindik. O başka gün. O iki sene önce. İki tarafı da. Buraya geldik mi her yerini gezeriz. Zaten iki tane yeri var. Büyük deniz, küçük deniz. Сегодня как раз 4 года, как мы официально зарегистрировали свой брак. Вот так вот. 14 апреля у нас был ЗАГС. Ух ты. Я хочу вам поснимать обычные домики просто. Мне вот больше нравится такое. Потому что вот это вот центр у моря, вот это все я вам и так поснимаю. Это в любом месте можно снять. Вот обычные домики, в которых люди живут, улочки. Вот это хочется показать. Evet. Муж хочет меня к морю заманить. Sen istersen burada bir yere dur. Ben biraz çekim yapayım geleyim. Fark etme, oradan öyle oraya bağlantı yol var. Ha, değil mi? Я говорю, чтобы он здесь немножко подождал меня, потому что здесь вот такой дороги коляску катить не очень удобно. Он говорит, нет. Туда, говорит, тоже есть дорога. А вон, я вижу, там тоже море. Вот, видите, да, старые домики. Моя принцесса последние дни воду практически не пьет. Даже, знаете, когда она голодная, я пытаюсь ее обмануть, водичку дать вместо смеси вначале. Не признает. Я не знаю, что с ней стало. А сынуля нашла, наоборот, водичку пьет. Везде что-то продают. Улочки, правда, узкие. Ой, в воздухе вкусно пахнет. Кран. Куда биберон не канабелируем, да? Я сейчас здесь бутылочку помою. Дай. Помыла я бутылочку, там питьевая вода идет. Знаете, что мне еще нравится здесь? Никто никогда не отказывает, вот если мне нужно помыть бутылочки. А в любое кафе, в любую чайхану, вот где бы кто бы ни был, вот я просто могу подойти и сказать, можно помыть бутылочку? Они с удовольствием и сами моют, кипяточком обработают, кто-то посудомоечную машину даже моет. И помогают тебе всегда.
Нет. Мне сразу забил. Папочка старается. Вот, люди очень отзывчивые, вот это я хочу сказать. Наверное, везде так, в принципе. Я-то в других городах с бутылочками не ходила, не знаю. Но здесь вот так вот. Вот она красота. Мы подошли к морю, к набережной. Все, вспомнила я эту набережную. Мы с этой набережной 2 года назад на яхте Зулечка, я, муж и его друг ездили, в один день отдыхали. Вспомнила. Очень тепло, солнце прям печет. По градусам показывает 19, но, по-моему, намного больше. Все, что немножко меня удивляет здесь, то, что можно увидеть в коляске 4-5-летних детей. Да. Это меня немножко, конечно, удивляет. Я постараюсь своих детей до такого возраста не возить на коляске. Забрал папа дочь. Я мамина, солнышко. Солнышко? Пупсик? Ты пупсик? Ты мамин пупсик, 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 пупсик. Сделаем мы с тобой? Сделаем? Как ей подходит джинсовая одежка? Но у меня красавица. Сейчас чуть-чуть потеплеет, мы перейдем на платье. Да, мамина? Вот этот что делать? Красота. Здесь, говорит, большое море, задняя сторона маленькое море. Здесь такого большого моря не вижу, не знаю. Бурасейский Фоча. Старая Фоча здесь. Yeni Фоча, да, ileride. Впереди там дальше новая Фоча. У них практически везде бывает старая, новая, старая, новая. Вот так вот. Класс. Как я жду, когда... С одной стороны, я так жду, когда детишки немножко подрастут, чтобы я могла с ними путешествовать, какие-то другие города их свозить по Турции, показать им что-то. А с другой стороны, я не хочу, чтобы это время быстро так пролетало, потому что детство бывает только один раз. Сейчас у моих детей самое сладкое время, когда они начинают только-только пытаются что-то выкрикивать, говорить, зубики выходят, усы на уже есть, по-моему, я уже говорила. Но самое сладкое время наступает. Такс. Везде полно народу, везде. Burası böyle çarşının içinde denize gidiyor. Burası da böyle deniz kenarından küçük denize gidiyor. Ой, он мне все так рассказывает, как будто я запомню, где здесь что находится. Mesela şey. Çok balıkları bunlar var. Bunlar. Ne? Birazdan gösterelim. Ляпота. Так, городок называется Фоча. Кто захочет, например, в Турции путешествовать. Это туристический городок, кстати.
Biz buradan denize çıktık galiba. Oradan mı? Bir tekne oradadır. Так, пока закрою камеру. В принципе, уже увидели набережную.